колледж водных ресурсов с 1 по 22 марта 2024 года в Санкт-Петербурге проходит региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Студенты колледжа водных ресурсов ежегодно являются участниками данного чемпионата. Этот год не стал исключением. На базе колледжа лучшие представители учебных заведений СПО смогли проверить себя и показать свои навыки в следующих компетенциях. Электромонтаж, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. Нас интересуют кровельные работы по металлу. Студенты колледжа водных ресурсов демонстрируют высокий уровень владения полученными знаниями и навыками в период чемпионата «Профессионалы 2024». В этом году были 5 участников, и сейчас мы видим кровельные тренажеры, на которых они тренировались и на которых они участвовали на соревнованиях на чемпионате. Задание было в этом году, я считаю, не из легких. Это задание. Вот здесь вот показано, здесь у нас, как должны быть расположены клямеры. Здесь у нас общий вид. То есть у нас здесь на общем виде у нас имеется 2 янтовые. И эти 2 янтовые соединяются еще сверху. То есть идет у нас коньковый гребень и хребтовый гребень. Ну и также вот картины рядовые справа и слева. И это все поднимается на вертикальное примыкание. То есть здесь у нас... Сколько у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ломаных гребневых фальца. Плюс у нас еще внизу 2 гребневых фальца. И у нас самая сложная часть – это, конечно, сделать хребтовый конек, который у нас ближе к решетке. Ну и далее у нас... Показано, как в разрезе уже детали этого задания. Ну, я повторяюсь, в этом году задание было сложным. Thank you.
Thank you.